нас курировал тут напрямую Сергей Михайлович Мачехин. Как часто он был на объекте? Каждый божий день. Каждый вечер в 6 часов он здесь был. И именно то, что мы ему пообещаем в один вечер, сколько мы пройдем, например, участок работы, мы должны были, как бы, мы мужчины, мы даем слово, значит, держим свое слово. Сергей Михайлович это видел, и он непосредственно сказал, чтобы подрядчики, которые это выполняли, субподрядчики, это все исправили. Они сказали в ближайшие сроки. Сергей Михайлович напрямую сказал, заменить все, заменить. И как бы это, нам он говорит, мы полностью меняем. Это субподряд. Я не знаю, они проигнорируют его слова, я не думаю, что это хорошим чем-то им откликнется.